Всем привет, с вами Марс. Сегодня мы поиграем в Plague Innocence. Это небольшая игрушка про создание своего вируса, который в перспективе может уничтожить мир. Естественно, это все игрушка. Впервые я ее увидел несколько недель назад на планшетике. Довольно она забавная, а теперь вот копался в интернете и нашел ее на Канве. Так, давайте основная игра. Будем бактерию распространять. Ну и вот такие вот. Я уже немножко поиграл, чтобы не позориться там на обычном уровне сложности. Так, у нас будет не Дедалус. На этот раз мы будем распространять любовь. А что? Пускай любовь захватит мир. Так, корпорация Чума, видение. Выберите место, откуда будем распространять любовь. Я не знаю. Давайте любовь будем распространять с моей родной страны. С Украины. Так. Любовь распространяется. Хорошо. Даем немножко скорости. Так, видите, первые признаки любви в Крыму. Из Крыма, точнее, вытекают. Потом где-то в Киеве. На Закарпатье что-то там появляется по чуть-чуть. Так, уже можно пути передачи прокачать. Давайте-ка. Через насекомых пускай у нас любовь распространяется. Начинает распространяться от человека к человеку. Да, хорошо. Так и должно быть. Так, еще пути передачи давайте-ка через воздух. Почему бы и нет? Больше должна распространяться через воздух. Так, Олимпиада в Лондоне, что-то там рандомные какие-то новости выбивают, пока не особо про любовь. Так, что... Я понял. Так, вирус любовь заразила сотни людей. Вирус любовь заразил сотни людей в стране Украина. Увеличить шанс инфекции здоровых людей. Так, это прекрасно. Любовь распространяется. Так. Давайте-ка через воду еще. Тут у нас есть еще целая куча симптомов. Давайте-ка. Давайте-ка от любви у нас будут кашлять. Почему бы и нет? Европа близка к распаду. Политики подтвердили, что будет. Рандомные новости, которые играют нам, в принципе, на руку. Так, 1000 людей, 2000 людей уже заражено. Что-то как-то медленно любовь распространяется. Но ничего. Так, болезнь любовь заразила 1000 людей в стране Украина. Так, и быстрее, и быстрее. Да хорошо, 7000 людей. Прекрасно. 11 000, 13 000, 15 000. Хорошо. Болезнь любовь пришла в страну Basic States. Хер пойми, что это такое, но не важно. Так, это по-прежнему обучение. Так, любовь заражает все больше и больше стран. Развивайте пути передачи. Хорошо. Развиваем пути передачи. Пускай через кровь еще любовь передается, почему бы и нет. Болезнь мутировала. Да? Какой симптом? В принципе, не особо страшно, но сойдет. Так, давайте еще немножко будем ее развивать по симптомам. Все-таки скоро любовь начнет и убивать. Так, 2 миллиона зараженных. Хорошо.
Рейна заражается очень быстро. Все, Рейну, считайте, съела любовь. Я еще не полностью, но... Так, новая легкая болезнь. Ну да, почти. Все, в Украине не осталось здоровых людей. Так, Украина начала работу над лекарством. Нет, не позволю. Пути передачи пока нечего. Сколько там до путей передачи? 24 очка. Хорошо, ждем. Олимпиада в Лондоне. Хорошо. Медленно, медленно распространяется любовь. Так. В Лондоне успешно прошли Олимпийские игры. Идет заражение. Любовь передается почти по всему миру. Что-то как-то за лекарством не очень сильно они. Так, Rush, резочку, ДНК. Это что у нас, Rush? Это во что-то мутирует. А, выростки на коже. Ну хорошо, чё я знаю. Давайте еще прокачаем передачу через насекомых. О, пошла Россия. В России все больше и больше становится зараженных людей любовью. США там по чуть-чуть заражается. О, пошло распространение массово. Великолепно. Вау. Так, любовь, смотрю, захватывает мир. Так, развиваем через воздушный и водным путем, пускай еще передается побольше, побольше. Больше любви. Любви всем. Так, надо бы еще умение прокачать, чтобы она, любовь, держалась и на жаре, и на холоде. Чтобы лекарствами нельзя было его сбивать. Тоже очень важно. Так, пошло заражение любви. Хорошо, любовь под санитарным надзором. Так, в Испанию добралась любовь. Судя по всему, в Японию тоже. Япония что-то долго там сопротивлялась любви. Так. Воу, сколько уже очков-то мы набрали. Так, пока летальность не буду качать. Так, 11 очков сюда, 12 очков сюда. Так, сопротивление лекарствам. Нормально. Так, ну пускай еще, не знаю, пускай еще страдаю тут. От почек что-то там. Пускай повлияет чуть-чуть на почки. Обычно на печень влияет периодически, но это такое. Так, Африка начинает страдать от любви. 11%. Уже разработали лекарства. Так крайне-крайне невесело. Давайте начнем уже. Или еще рано. 11% это, в принципе, не так много. Давайте еще раз гоним. Мы тут уже дособираем, и тогда начнет любовь убивать. Так, все больше и больше стран потерпает от любви. Ну, в принципе, смотрите, как все быстро и хорошо пошло. Куда оно мутировало? Давайте, любовь начнет убивать, пожалуй.
смотрю, над лекарством. Это им не поможет. Это их не спасет абсолютно. Почему? Потому что при любви у нас будет еще мозг отказывать. И почки. Так, приоритет работы над лекарством. Офигенно. Так, симптомы, скин. Это что такое? Небось какой-то опасный симптом. Титан, да. Ну, не особо опасный, конечно. Ой, любовь убивает очень быстро. Бывает, что такое. Все, весь мир заражен. В стране началась разруха. Германия, я вас поздравляю. Что ж, любовь захватила весь мир. Это хорошо. В мире не осталось здоровых людей. Yes! Все больны любовью. Так, последний здоровый человек на планете недавно заразился на болезнь любовь. Любовь заполоняет сердца. Кстати, что там насчет сердец? Так, ну хорошо, сердца она поражает так, как нужно. Так, давайте еще почки она будет поражать так, как нужно. Ну и кровяные тельца. 50% вам не выжить. Любовь заполонила всю планету. Так, в Бразилии пошла разруха. Давай, любовь, я в тебя верю. Так, что тут еще у нас? Ну, это летальности принципиально не дает. Давайте-ка вкрутим еще вот так вот. И вот так вот. Пути передачи уже нельзя прокачать. Меня тоже. Так, симптом мутировавший. Хорошо. Что это такое? До завершения осталось 999 дней. Не пошло. Видать, не пошло. Так. Всего смертность 87 на 12%. Так, ну давайте какой-то еще из последних симптомов прокачаем. Пускай еще пагубно будет влиять на мышечную систему. Уже как-то так. Там, знаете, коленки трусятся, там люди нервничать начинают. Когда любят. Все. Последние жители. 500 тысяч. Любовь уничтожит человечество. Yes! Болезнь любовь уничтожила мир, несмотря на все усилия человечества. Так, конец истории. Именно так. 56%, они долго держались против любви. Последнее. Все. Победа. Победа. Так, нам должен открыть. Шо. Время. За 581 день уничтожила любовь мир. Индический код сложный, понятно. 55% лечения. Так, бактерия. Ну, сойдет, в принципе. Для такого дела. Мы довольно быстро распространили болезнь любовь именно с Украины. Грубо говоря, за 600 дней. Ладно, ребята, вот такая вот игрушка. Довольно забавная, позадротить не можно. Такая веселая, забавная. Особенно, когда этим вирусом даешь еще такие названия, типа любовь, доброта, искренность, когда они начинают убивать. Это великолепно. Вот у меня вирус наивность, он убил человечество за 300 дней. Поэтому это о чем-то-то и говорит. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, до новых видео, всем пока!